Приветствую всех, дорогие друзья, с вами Ромулус, и мы продолжаем модернизировать наш город огня и металла. Итак, в прошлой серии мы перенесли на север все наши промышленные объекты, все четыре наших завода. Может быть, еще один завод мы разместим. Давайте запустим нашу общую машину. Но чего нам не хватает? Нам не хватает модернизации некоторых наших зданий. В первую очередь пожарной станции. Поэтому постараемся сейчас исправить эту оплошность и создадим максимально сильную пожарную охрану. Который поможет нам бороться и предотвращать все очаги возгорания, которые только могли бы быть у нас в городе. Так, давайте посмотрим, что у нас в пожарной станции будет сейчас. Да, мы, конечно, убыток в 4500 сделали. Но это должно себя как-то оправдать. Так, давайте вернемся. Итак, где наши островки стабильности? Пока что, как видите, у нас все в красном цвете. Высокий уровень возгорания, особенно короны наших башен, вообще невероятно опасные места. Так, с мусором проблема, но это надо радикально решать. Возможности по хранению у нас здесь весьма и весьма ограничены. Значит, будем больше сжигать. Все, мусор пошел на убыль. Хотя мы и засоряем окружающую среду, но мусора действительно стало больше. Население у нас выросло практически в два раза в сравнении с предыдущей серией. Так, в средней школе у нас тоже как бы немало учеников. Так, что касаемо пожарной станции, все-таки пришло немного времени. Улучшилась ли ситуация? Да, пока сложно сказать, улучшилась ли или нет. Сгорело у нас одно здание. Но надо признать, что наш муравейник продолжает свое развитие. Так, в колледже у нас какая вместимость? 333, так, в школе у нас вместимость пока тоже позволяет. И в средней школе тоже у нас хорошо обстоят дела. Да, город у нас действительно в тяжелом состоянии. Пока что мы перегружены. Так, да и мусора не особо-то меньше стало за это время. Надо будет еще добавить мусоросжигателей. Раз с мусором у нас совсем плохо, то будем использовать максимальные возможности по его утилизации. Братцы, ну не подведите, дайте возможность все-таки создать эту свалку. Thank you.
хочется верить в то, что мы все-таки сумеем сжечь весь мусор, который приходит к нам. Так, что у нас по учащимся? Так, в средней школе у нас даже мест не хватает. Вот это вот прогресс. Добавим сюда автобусов. И дополнительные корпуса. В начальной школе у нас такие же примерно проблемы, так что будем расширять наше начальное образование. Отлично. Видите, дополнительная школа должна решить эти проблемы, тем более, что в центре нашего города находится эта образовательная система. Есть маленький минус этого процесса, мы уйдем в большой минус. Так, что у нас в колледже? Да, и здесь, к сожалению, тоже придется построить дополнительный корпус. Так, ладно. Целая улица занята этим типом образования. Так, 2500 людей могут здесь получить образование. С мусором у нас совсем плохо обстоят дела. Даже 4 наши станции не успевают полностью разгрузить весь поток мусора, который свозится. Но может быть у нас все-таки получится его спалить. Потребуется еще немножечко времени на это все дело. Что-то за сверхсовременный самолет прилетел. Ну что ж, давайте, наверное, рискнем. Так, по электричеству у нас тоже неплохо дела обстоят. Построим еще один завод. Найдем приемлемую формулу строительства. Была не была. Сейчас узнаем, получится ли здесь построить. Не получится. Ладно.
Будем намечать сейчас этапы строительства. Немножко не попали. Ну ладно, поступим следующим образом. Просто рядом дорогу поставим. Крайний вариант, но тем не менее вариант, который может сработать. Так, ставим же нашу новую кузню. Нам не получится уже добывать в нужном количестве ресурсы, слишком много места займут наши шахты, поэтому мы сейчас просто-напросто будем их перекупать из общего рынка. Так, где бы еще можно было заводик бы построить? Может быть вот здесь. Так, ну где-то в любом случае найдется сейчас такой вариант. Отлично. Ну что, можем рискнуть создать еще один завод. Так, есть ли возможность получения станции? Нет, более у нас такого нет возможности. Поэтому постараемся застроить прилегающую территорию с нашим атомным заводом. Выстроить эту дорожную сеть. Но зато если мы это уже будем делать, то делать навсегда. Все отлично. Ну что ж, можно будет еще один дополнительный заводик построить. Пусть уж если деньги идут, то идут рекой. Есть у нас эта кузня.
давайте еще один завод. Как говорится, хорошего всегда хочется больше. А заводы у нас могут быть построены в любых масштабах. Так, ну вот отлично, мы создали сеть наших предприятий, теперь нам нужно как-то удовлетворить их спрос, а он очень-очень велик. Так, что мы будем делать? Мы будем заниматься здесь поставкой руды и металла. Руды и угля. Так, отлично. И второй склад у нас будет заниматься чем? Скорее всего, продажей. Что мы раньше продавали. Зачистим здесь немножко территорию. Как интересно, рельеф заново восстанавливается после наших строительств. Так, ну ладно, где-нибудь здесь постараемся построить второй склад по продажам ресурсов наших. Так, возможно ли это вообще будет сделать? Скорее всего нет, поэтому у нас склад будет вот здесь располагаться. Или нет, здесь не лучшее место. Ровной дороги должны осуществиться здесь. Так, ну ладно, пусть у нас на один перекресток будет больше, но тем не менее эта дорога будет хорошо себя окупать. Так, давайте тогда вот здесь и поставим этот второй склад. Грузовиков нам здесь не хватает. Так, есть контакт. И здесь мы аналогию сделаем же. Так, будем импортировать одно, будем импортировать второе. Конечно же, с куча грузовиков, которых также будут прикреплены к этим складам.
хватит здесь такого количества автомобилей, запускаем же нашу сеть и посмотрим, как она будет функционировать. Так, что у нас там по сточным водам? Нормально, по воде тоже нормально, по электричеству тоже все избытком. По мусору вроде как тоже справляемся с загрязнениями. И даже начали идти в убыль нашу мусорной свалки. Да, наконец-то сбудется наша мечта о чистой свалке. Так, прием на работу здесь идет. Минус 15 тысяч, как видите, у нас идет. Катастрофическая цифра. Продолжает набирать обороты, уголь и железо будет завозиться все большими и большими партиями. Так, ну давайте экспортировать. 140 тонн у нас металлов, 150. Так, ну что ж, начался импорт. Отлично. Считайте, что этот город практически обеспечен всем необходимым. Так, по электроэнергии у нас 152 мегаватта излишек. Что по пожарным? Что-то горит. Так, что там по образованию? 666 обучающихся. Так, здесь у нас 800 с чем-то, скольких-то. И здесь тоже неплохо пока дела. Да, центр города у нас практически парализован. Экспортом металлов. Ну, пусть получится у нас это дело. Thank you.
Нет, ладно, сэкономим место. В принципе, экспорт и так неплохо себя чувствует. Так, мусороперерабатывающие предприятия более чем справляются со своими обязанностями. Уголь и руда поступают на наши рынки. Так, чего бы еще? Давайте попробуем здесь поставить предприятие торговое. Если мы сумеем здесь как-то использовать парому, то вряд ли нам это получится сейчас. Все же, наверное, металла буду экспортировать через вот это вот отделение наше. Иначе мы действительно погрязнем в этих пробках. Проще, дороги наши перегружены, а поезда постоянно следуют по нашим маршрутам и смогут нам предоставить необходимое количество материалов. В принципе, заводы все работают.
что там по металлам у нас с доходами? Ага, мы уже можем модернизировать здание. Нет, не можем. Практически покончено. Так, сплава 256 тысяч за один раз принесли. Отлично. Ну что ж, потихоньку дела налаживаются. Со временем. Так, что ж, теперь нам нужно немножко разгрузить систему городскую. Для этого мы будем строить железные, точнее, трамвайные пути.
что же, что же. Как видите, у нас хорошие шансы развить большую транспортную сеть. Для этого мы сейчас поставим... Так, автобусный терминал, конечно, хорошо, но мы все-таки трамваями начнем разгружать все наши транспортные сети. Кажется, все, с остановками мы разобрались, сейчас нам остается только выстроить в правильном порядке эти остановки, и можно запускать транспорт. Должна заработать после этого. Посмотрим. Посмотрим, как у нас будут перевозки происходить. Но я думаю, хотя бы 1020-30 будет пользоваться этими услугами. Строительство последнего здания. Там двое пассажиров уже испробовали наш новый транспорт. Я думаю, это число возрастет ровно 1000 в 10 в ближайшее время.
начинается новая эра перевозок. Так, 960 человек проехалось уже, и скорость транспорта здесь несколько возросла. Так, как видите, иногда мы можем даже продавать огромными количествами все материалы. Даже минус 17 тысяч нас нисколько не смущает. Так, что у нас там? 4 тысячи людей перевозится нашим транспортом. Что ж, поскольку у нас плохи дела с транспортом, давайте уже поставим третий, последний из депо. Надеюсь, это позволит немножко разгрузить наши дороги. Человек использует наши услуги. Так, от нас просят в 2 раза больше товаров, чем сейчас есть. Ну, давайте по баллам наших. Представители новых товаров. Все рекорды. У нас минус 20 тысяч ежечасовой прибыли. Так, что там по трамваям? 10 тысяч. 10 тысяч пассажиров они перевозят постоянно. Так, давайте построим еще одну остановку. Ежемесячная прибыль у нас от наших продуктов.
320 тысяч. Вот такая вот у нас прибыль идет. Странное пожелание. Готов продать передние зубы за ЖД вокзал. Или это ошибка перевода, или люди действительно жестко нуждаются в новом транспорте. Так, давайте посмотрим, что еще за транспорт можно подарить. Автобус можно сделать. Терминал для крупных муниципальных областных автобусов. Персонажи среднего и низкого достатка приезжают сюда на машине, а пересаживаются на автобус. Муниципальный автобус перевозит персонажей по городу, а также ближайшие населенные пункты. В автобусным остановкам областные автобусы забирают и высаживают туристов здесь. Терминалы для двухэтажных автобусов. Что же? Автобусный терминал. Ну, если нас так уже жестко ставят перед выбором. Так, может, еще какие-то виды транспорта здесь есть. Так, на магнитной подушке транспорт может быть, но пока что он нам не нужен. Ладно, давайте поставим автобусную остановку. Совсем сейчас в убытке можем скатиться. С транспортом нам нужно что-то как можно скорее решать. Посмотрим, на что способны наши автобусные терминалы. Они уже привезли 999 пассажиров. Автобус забит напрочь. Позвоню на работу и скажу, что заболел. Да, жизненный случай. ...24 городских автобуса у нас сейчас есть. Ну, немножко дороги наши должны стать посвободнее, учитывая, что два вида транспорта мы задействовали. 5 миллионов, тем не менее, у нас есть в наличии. Тем не менее, друзья, все равно город стоит, мы не можем перевозить эффективно всех пассажиров. Так, 19 минут, может быть, мы поставим еще один автобусный терминал, дабы ускорить. Система машин-автобус, муниципальные автобусы, маршрутки останавливаются здесь, чтобы подобрать персонажей среднего и низкого достатка. Персонажи, прибывающие на работу в пригородах, могут парковать здесь машину и пересаживаться на автобус. Необходим автобусный терминал в регионе или маршрутный парк. Ну ладно, давайте.
система действительно заработала. Как видите, больших пробок у нас нет перед городами. Так, что там по трамваям у нас? 17 тысяч людей пользуются этими услугами. И что касаемо автобусов, то 4 тысячи людей используют эти услуги. Но автобусы, тем не менее, переполнены, и мы не имеем возможности полноценно предоставить услуги по перевозке пассажиров. Так, где у нас еще они могут быть. Так, ну действительно, город как-то свободнее стал, движение пошло у нас по городу. Может, это потому, что ночь у нас сейчас, не такие большие пробки, может быть, по другим причинам. Но давайте поставим еще один автобусный терминал. Немного лучше наши транспортные сети. Наименьшими потерями. Ну, пусть даже и здесь. Сейчас проведем некоторую модернизацию. Снеся лишние здания, мы построим на другом месте. Так, еще одна автобусная станция. У нас уже 7 миллионов, невероятно. Разбалую сейчас своих граждан такими вот щедрыми подарками. Но, тем не менее, движение в нашем городе должно быть максимально удобным и эффективным для всех граждан. Только для отдельных членов общества.
Что касается автобусных остановок, здесь у нас настоящий бум, транспортный бум. Итак, более-менее в городе ситуация нормализовалась. Единственное, что бюджет у нас совсем в плохом состоянии. Несмотря ни на что. Единственная шина, которая мне нужна, находится в моем компьютере. Так, отлично. Ну что ж, нам рекомендуют создавать какие-то туристические ставки, туристические моменты. Я думаю, на этом в данный момент мы заканчиваем развитие этого города. Следующий город у нас будет именно наукоемким и будет развивать зеленые технологии в максимально возможном масштабе. Так что, друзья, на этом все. Благодарю всех за внимание. С вами был Ромулус и до скорого!